Так, сегодня у нас Kia Ceres FS 10-28. Заменили тефлоновый вал. Но печка немного не пропекает. Остались вот такие вот грязные подпоры. Надеюсь, видно. Итак, полностью была проведена ревизия печи. Заменили тефлоновый вал, бушинги в порядке, резвал тоже в порядке, но фокус не удался. Как можно поступить в этом случае? Так, в этом случае я беру резистор на 18 кОм и ставим параллель термодатчику или термистру, тем самым повышая температуру печки. Наглядно сейчас покажу. Так. Вот он, термистор. Видно, да? Я просто его сюда вот ставлю в пазы. И устанавливаю на место. Такая вот система получается. Параллель термистру ставим резистор. Вот и все. Запустим, проверим. Как обычно, у нас шумно. Сейчас распечатывается отчет. Посмотрим. Вот. Чистенькая форма хорошая. Вот это дор с повторами. А это после. Отлично, фокус удался. Спасибо.